Привет моим подписчикам, а также гостям моего канала. Сегодня готовим невероятно вкусный легкий торт, который не займет у вас много времени. Готовится он абсолютно без выпечки. И на его приготовление у вас уйдет буквально полчаса. Зато он получается очень мягким, вкусным и ароматным, со вкусом пломбир. Готовить его одно удовольствие. Для крошки нам понадобится мука, сахар и сливочное масло, натертое на терке. Все ингредиенты нужно хорошо перетереть между собой. Должна получаться небольшая крошка. Для крема в кастрюльке смешиваем сахар, яйца, ванильный сахар, также добавим сметану и кукурузный крахмал. За счет крахмала у нас получится заварной крем. И загустеет он довольно быстро и просто. Ставим на плиту и, постоянно помешивая, варим до полного загустения. Вот так выглядит готовый крем. Сейчас будем перекладывать его в другую тарелку и добавим сливочное масло. Так как крем у нас теплый, сливочное масло очень быстро растает. Его следует хорошо перемешать, накрыть пищевой пленкой и дать ему полностью остыть. Теперь возвращаемся снова к крошке. Ее следует обжарить на сковороде без масла до золотистой корочки. Наша крошка будет очень хрустящей и вкусной. Я обжаривала ее в два подхода. И приступаем к сборке торта. Выкладываем крошку, затем крем. И повторяем наши слои.
Я делаю тонкие слои как крема, так и крошки. Посыпаем оставшийся последний слой нашего торта и будем убирать его в холодильник. Для полной стабилизации лучше всего часов на 5. Такой торт нужно обязательно выкладывать в кольце, иначе он у вас может просто развалиться. Итак, у меня прошло 4 часа, но он уже хорошо охладился и готов. Сейчас покажу, какой красивый он сбоку и какой внутри. Торт прекрасно держит форму, он очень красивый, аккуратный. На вкус он, конечно, великолепный. Вкус пломбира потрясающий. Я желаю вам приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новое видео. Готовьте с удовольствием. С вами была Лена. Пока-пока!